Возле областной прокуратуры новые протесты. Активисты патриотических сил Одессы разбили у здания палатку, принесли генератор и шины. Цель акции – не дать новому прокурору области Николаю Стоянову приступить к своим обязанностям. Не пустить на работу нового прокурора. В областной прокуратуре началась бессрочная акция протеста. Новый день в облпрокуратуре начинается с флагов и шин. А здесь гражданский корпус Азова, самооборона и просто патриотично настроенные одесситы. Все они знают нового прокурора по старым делам. Кришував Маркова, відмазував його. Ми налаштовані вкрай невдоволено по відношенню того, що його назначили. Це просто, розумієте, призводить до того, що раніше, якщо сепаратистів в Одесі 2,5 роки назад зустрічали з хлібом сіллю, сьогодні мода помінялася, зустрічають шинами і коктейлями. На початку революції, в кінці революції була надія на те, що влада помінялася і вона зараз буде робити. Зараз такої надії немає. Тому мы уважаем, что треба подниматься и снова что-то решать. Люди также возмущены тем, что Николай Стоянов перед назначением не прошел люстрационную проверку. Он не прошел люстрационную комиссию, он обязан это сделать. Он пропетлял между капельками. Даже суд, если его восстановил, так как он является представителем обвинения гражданского общества, мы не хотим, чтобы такой человек нас представлял в судах. Впрочем, комментировать свое присутствие здесь хотят далеко не все. В чем суть вашей акции протеста сегодня? Почему пришли сюда? А вы что за канал? Думская. О, нет, идите. Да. То есть вы одним даете, другим не даете, да? Мы да, как это? Да. Ну, может, так да. Вам не даем. Мы знаем, что то, что мы вам дадим, вы все равно перекрутите. Я не даю интервью Думской. Это принципиальная позиция? Да, это принципиальная позиция. А кто не стесняется общаться с журналистами, уверяет, народное терпение вновь на пределе. Он должен для себя понять, что так же самое, как пример Винницы. Мент, который стал на должность незаконным способом, не будет, его там не было. То же самое у нас здесь, не будет Стоянов. Мы не отступимся. Это бессрочная акция. Активисты хотят блокировать надзорное ведомство не для всех, кто там работает. Народный гнев направлен персонально на прокурора области Николая Стоянова. Иван Леонтьев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.